Я сегодня вам хочу рассказать о новом моем проекте, проекте восстановления сексуального здоровья мужчин. Мы достигли 100% успеха в восстановлении мужской потенции. Ну, мне даже самому, честно говоря, не верится в этот успех, потому что у нас нету ни одной проскачки. При этом к нам приезжают люди и молодые, и в 50, и в 60, и в 70 лет. Перефразируя Эсте Лаудер, скажу, что наш девиз такой: научить как можно больше мужчин не только быть ебаришками, но и оставаться ими до глубокой старости. Не буду рассказывать долго. По ссылке и в описании к этому видео вы можете узнать о подробностях нашей методики. Желаю всем мужикам удачи!